Это реально кликер! Они превратили игру в грёбаный кликер! Лутбокс! Чего? И там типа будет лопата? Помогите, я застрял в этом старом фильме! Я не верю, что это конец. Ну что ж, угадайте, что это такое. Возможно, некоторые из вас уже угадали, что это на самом деле не видео и очередная не игра. И это не видео является абсолютно бесплатным, поэтому в качестве платы вам нужно всего-то поставить лайк под этим видео. И если вы прямо сейчас поставите лайк, вы получите бонус. Даю вам ровно 5... А, все, вы уже поставили. Да, в общем, бонус — это цитата очередная. Не тот волк, кто волк. Волк тот, кто не овца. Переосмысливайте это, а мы начинаем. И как вы помните, остановились мы на легенде о секрете, ультимативном кликере, VIP-издании Deluxe 4. Точка 2, да, это абсолютно фри-ту-плейная игра, в которой нам не нужно будет донатить. Он превратил игру в фри-ту-плей, мы все умрем, да, мы уже все померли, не переживай. Не ори, пожалуйста, прости, да, я понимаю, тебя немного занесло. Меня тоже обычно заносит, когда мои любимые игры превращают в гребаную донатную фри-ту-плей парашу. И это как есть на велосипеде, но без сиденья. Попробуем быстро покинуть это измерение. О, я думаю, быстро мы не сможем его покинуть. Но в случае чего у меня есть подсказки, я могу ими пользоваться и что? Соединить вашу учетную запись Headface с этим приложением. Ну, это типа отсылка на Facebook. Ладно, давайте, соединяйте. Разрешить приложению доступ к вашим личным фотографиям, документам, банковским счетам и строению ДНК. А, да, в принципе, да, с удовольствием, давайте. Почему бы и нет? Еще можете мою душу забрать, она мне не сильно-то нужна. Еще вот ключи от квартиры. Почитайте условия пользования. Статья первая. Использование... О, боже мой, я что долго... What the fuck? Фак. Статья 5023. Цена. Доступ к игре абсолютно бесплатный. Пользователь может совершить внутриигровые покупки для облегчения своего прогресса. Но это абсолютно не обязательно, так как игра идеально создана для веселой и легкой игры с первых же минут. Лол. Да, я старательно прочитал контракт, все 5000 статей и подписал его своей кровью. Теперь моя душа ваша. Точнее, сатаны. И... Здесь реально все за донат. Комната выглядит как-то по-другому, да? А, ладно, не стоит терять время. Давай купим сразу же будильник. Давай разбужу нашего друга, и мы пойдем спасать принцессу. Просыпайся, герой! Нам нужно купить будильник, он так не встанет. Я только заставил кровать двигаться. Но я же смог его разбудить в первый раз, так ведь? Нам нужно купить будильник, чел. А как нам деньги-то взять? А! Это реально кликер! Они превратили игру в грёбаный кликер! Что, кровать дает тебе монеты? Ах, да, точно. Это же теперь фри-топовый. Ну уж так, что ж, на что мне еще кликать? Я должен подсказки разблокировать. Мы должны использовать эти деньги, но как? Это хороший вопрос. Давайте мы купим будильник. Как нам купить будильник? Вот так вот? Ага, я понял. Так, мы купили будильник. Надеюсь, теперь мы будем получать больше денег. Ты что делаешь? Он просто уничтожил будильник. А, фух, он встал. Я думал, он просто продолжит спать. Я бы так и сделал. Уничтожил будильник и продолжил спать. Чё, кого? Что это за голос? Гайя, это ты? О, боже мой, у него амнезия. Да, это Гайя, принцесса в опасности. Храм измерений темного ворта и так далее и тому подобное. Давай, шевелись, пошли, пошли. А, хорошо. Так, нам еще нужно купить паузу и подсказки. Но для начала я бы съел мои хлопья. Хлопья, которые одновременно хрустят и тают во рту. Что за... У нас нет на это времени, мы отправляемся в приключения. Герой, быстро! Давай, топ-топ! Верно, нужно поспешить, но для начала пока... Хлопья, что с твоей скоростью? Моей скоростью? На максимальной скорости! Гребаные фри-то-плей игры. Так, я собрал еще монет. Давайте мы купим подсказки. Давайте. Замечательно. Еще паузу нужно купить обязательно. Разве у тебя не было больше мебели? Я видел очень хорошую мебель в каталоге. Она была не по карману ему. Так, паузу я покупаю. О, боже мой, бочку покупаю. При таких темпах мы останемся здесь на 10 лет. О, мы теперь можем получать деньги из бочки в том числе. Это хорошо, нам не придется здесь 1000 лет сидеть. Давайте мы купим шкаф. Давайте. А, ну стол, у нас уже денег не хватает. Ладно, подкопим со шкафа. О, посмотри, пользователя. Какое позорище. Магазин я еще должен разблокировать. То есть я должен тратить деньги, чтобы у меня была возможность потратить деньги. Ну, спасибо большое, игра за такие обширные игровые возможности. Хотя чего я ожидал от фри-ту-плейной игры? Так, ну у меня куча денег, давайте я магазин разблокирую. Ага, скорость героя стоит 300 монет, это что, анекдот какой-то? Да, но это последняя модель, они очень гибкие, сделаны из дышащего.
Значит, у нас вкус к роскоши. Если тебе нужны деньги, Гай, я могу найти несколько монет. Они повсюду. Ну давай, ищи. Где? Где монеты? Герой, может, ты найдешь? Куда ты обратно пошел? Что за гребаная улитка? Ладно, я уже собрал 300 монет. Можешь не торопиться искать монеты, действительно. О, хорошо. Не могу дождаться, когда выберусь отсюда. Ладно, давай я куплю тебе новые ботинки. Ну, камон. А, точно, вот так вот это все покупается. Все, ты теперь будешь быстрее на 5%, да? Ну как, не твоего размера? Они прекрасные! Ну давай тогда не будем больше тратить время и уйдем отсюда. Нас ждут важные дела. И открыто, что бесплатно? Тебе не нужен ключ, его не нужно... Выход на улицу — это DLC, понимаю. И это не дешево. Это большая сумма, но я смогу ее как-нибудь накликать. Кстати говоря, герой теперь нам помогает. Хоть какой-то плюс. Правда, он приносит 5 монет. Это буквально ничего. Я за один клик получаю, по-моему, 200 их. Окей. О, боже мой. Это реально полноценный кликер. Так, давайте мы купим это DLC, чтобы выйти на улицу. Такого я явно не ожидал от этой не игры. И правда, это не игра, это фри-ту-плейное говно пока что. Но веселое. Именно сама концепция. Говно, но игра веселая. Не будем ее обижать. А, класс, теперь я должен купить бочку. А, теперь еще энергия у него появилась вот тут вот сверху подо мной. Замечательно. Герой, что с тобой? Ты устал? А, я быстро устаю, когда я вне дома. Нам нужно задонатить. Твоя полоска жизни сразу же закончилась. Мне нужна твоя помощь, Гай, дай мне энергию. За просмотр рекламы, наверное. А, я теперь должен еще на него кликать. Ты издеваешься? Ты про... Если бы я съел свои хлопья, то все было бы хорошо. Ты говоришь о хрустящих и одновременно тающих во рту хлопьях, да? Они тебе тоже нравятся! Никогда не слышал о них, но мы тебе их найдем. Для начала мы найдем немного денег. Сколько они стоят? 1000? А, всего сатен. Так это вообще по фигне. Давайте я куплю еще одну бочку, чтобы тут раскликать все. Ну, камон. А дальше-то что? Кстати, грязь, здесь теперь дорога перекрыта. Все, хлопья мы можем купить, чтобы ты больше не переживал. Держи, братан. Надеюсь, это навсегда увеличит твою энергию, а не на 5 секунд. Да что с тобой? Чего ты уселся? Погнали дальше. Восхитительно, как всегда. Что, теперь тебе нужен меч? Нет? Или ты можешь обойти? Этот священный меч выкован и по великой традиции злаковых... Кого? Злаковых карликов там было написано? Чего? Нам плевать, пойдем искать его на поляне. Дорога, похоже, заблокирована кучей грязи, и мы должны разблокировать ее с помощью денег, да? Я тогда осмотрюсь, пока мы ждем. А я пока буду кликать на все подряд. Кстати говоря, у него энергия теперь кончается гораздо медленнее, хоть какой-то плюс. Так, на это тоже можно кликать. Должно быть здесь какие-то ремонтные работы. Как нам избежать их? О, он нашел лутбокс! Лутбокс! Чего? И там типа будет лопата? Нет, не нравится. Уверен, что он полон удивительных сокровищ. Рандомных. Так, либо ни хрена, либо приз какой-то. Так, хорошо. Нужно вовремя нажать на гребаный приз. Я уже знаю, где она остановится. Я тоже. Опа. Угу. Конечно. Конечно, они остановились на рекламе. Причем еще 5 секунд нужно ждать, чтобы ее закрыть. Ну и говно. То есть я сейчас получил 20 монет и рекламу. Какой-то невыгодный обмен, если честно. Дальше-то что? Ты еще один гребаный лутбокс найдешь? Да, конечно, опять останавливаем. Тут, наверное, должна быть какая-то подсказка, а? А, ремонтные работы. Опять кранчи, кранчи! Кушайте кранчи, кранчи! И откранчитесь очень быстро! Да? Нет. Так, ну что же мне нужно потратить деньги? Может быть, есть инструмент, который может нам помочь? Например, бульдозер. Где мне взять бульдозер? Тут даже магазина нет. Или лопата, ее будет легче найти. Может быть, она будет здесь? А ну-ка. Угу. Конечно. Ладно, давайте я одну подсказочку возьму. Я просто не понимаю, мне реально нужно сейчас собирать эти лутбоксы? Или я должен воспользоваться своим мозгом? Вам понадобится инструмент. Это я понял. Инструмент мы выбьем из лутбоксов? Или нам нужно как-то героя пнуть? Давайте еще одну подсказку сразу разблокируем. Я, в принципе, понял, что нужно взглянуть на рекламу. А, ну так там, да, есть инструмент, а просто нужно на него кликнуть, что ли? Окей, давайте мы подождем еще один замечательный лутбокс. Я просто думал, что мы должны как-то экран потрясти, опять устроить непонятно что. А, я могу... Я могу просто вот так сделать, серьезно? О май гад, ну там теперь гребаная дыра, он прыгать не умеет. Прыжки, скорее всего, тоже с донат будут. А? Тебе бы заполнить яму, которую только что ты сделал. Чем нам ее заполнить? Что такое? Ты устал опять? Давай, вставай. А чем яму заполнить? Да твою-то мать, а? Могу ли я что-то перенести? Как нам ее заполнить теперь? Видимо, я теперь могу взять эти надписи.
или хлопья туда. А, монеты! Серьезно, я заполнил яму гребаным золотом! Это выглядит ужасно! Прям по сердечку мне бьет. Что? Почему все деньги исчезли? Нахрена я кликал? Как это несправедливо, боже ты мой. Надеюсь, вместо этого не построят мост, потому что я не умею плавать. В этой игре нет никаких кувшинок, мы должны грязью там все заставить. Нет случайно спасательного жилета в магазине, а? В каком магазине? Неважно, давай осмотримся. До 100% он должен найти гребаный лутбокс с очередной поганой рекламой. И да, я тоже понятия не имею, как мы перейдем. Наверное, нам нужна бочка. О! Тут теперь Майнкрафт? Это Майнкрафт слева, я правильно понял? Это что такое? А, мы можем заморозить все это добро. Так, кликаем, внезапно стало холодно, могу я купить его? Супер Cold. Это, кстати говоря, отсылка на игру Супер Hot. И там вот в самом начале всегда было вот это Супер Hot. Здесь Супер Cold. Супер Cold. Так, с этим я ничего сделать не могу. Но 100% я должен с этим что-то сделать, пока что не совсем понимаю, что. Одеяло и миска с теплым молоком были бы более полезны, нет? А, я должен его как-то согреть. Как бы я мог его согреть? Так, давай вторую рекламу. Вот эту вот. Нет. Как же мы должны ему помочь? Давайте возьмем одну подсказочку. Этот персонаж полностью заморожен. Он может разбиться на миллион кусочков. Да я это понял. Да я кликаю на него, кликаю, ничего не происходит. Потом окажется, что нужно просто быстрее кликать, либо уронить его как-нибудь. На миллион кусочков он может разбиться. Что это вообще может значить? Можете мне чуть поподробнее объяснить, как мы должны его разбить? Используйте кирку. Ага, да, там должна открыться реклама с Майнкрафтом. Окей, давайте просто подождем, пока нам откроется реклама с Майнкрафтом. Давай, давай, шустрее, работай, ищи сундуки, давай, они в кустах. Герой, поторопись. Да давай, я тебе денег дать, что ли, чтобы ты разогнался. Ну, Майнкрафт? Майнкрафт, замечательно. Где-то тут должна быть кирка. Это одна из тех инди-игр, которые были обречены на провал. Ага, конечно. Нет, что, гребаный пазл собирать? Вы что, издеваетесь надо мной? О, боже мой, ну и кошмар. Ладно, давайте собирать гребаный пазл, только он какой-то неправильный, по-моему, разве нет? А, это же Майнкрафт. Здесь все вот так вот работает. Вот так вот, как-то, наверное, вот так вот. Ага, все, понял, понял, все. Получил кирку. Теперь нам нужна реклама с ледяным мужиком. Ну, в принципе, это было на самом деле очевидно. Просто нужно ждать. Так, нужно, видимо, нажать на cold. Сработает? И, конечно же, это сработает. Давайте мы его разобьем. Получили лед. И по ледышкам он уже перейдет. Давайте мы закинем лед вот сюда. И... готово! Что это был за звук? Озеро полностью замерзло. Да-да-да-да-да. Почему бы тебе не попробовать пройтись по нему? Ты потрясающий, Гай. Ты даже контролируешь времена года. Я даже не оракул. Опять все мои деньги забрали. Это такой ужас. А, и теперь здесь кликать. Ну, конечно, можно сразу эту хреновину разбить. А где меч? Здесь нет меча. Да, нужно сдонатить. О-о-о! А, думаю, мы должны выбрать. Думаю, нам нужно заплатить. Так, разбить я не могу это дерьмо или вот это вот. Нет. А зачем мне тогда кирку оставили? Интересно, как выглядит легендарный меч жизни? Давай мы купим сначала горшок. Я думаю, деньги нам еще пригодятся. Все, сразу купим. И теперь покупаем, ну, вот клинок спираль звучит хайпово. У тебя получается найти деньги, Гая? Конечно, пожалуйста. Не надо нам помогать. Держи это. Хорошо, я не сдвинусь с места. Как оригинально. Но не очень практичен для сражения. Я его опробую. Серьезно, он разбился? Меч сломался! От кустов они что, были обработаны блефостом? О, смотри, в магазине появилось что-то новенькое. Какое совпадение? Легендарный меч $10. $10 у меня нет долларов. Как его купить за реальные деньги из реального мира? Предупреждаю, пользователь, у меня нет аккаунта PayPlease. И у меня нет с собой наличных. Я был запрограммирован без карманов. Ой, я не думаю, что смогу найти здесь доллары. Ладно, давай мы купим какой-нибудь другой клинок. Может быть, клинок змея подойдет? А, ха! Это доллары. Стоп, подождите. Я, кажется, понял, что нам нужно сделать. Мы должны собрать доллары. Опа, нужно это совместить. Вот так вот. Как это совместить? Доллар же получится, правильно понимаю? Как нам это совместить? Надо подумать. 100% нужно совместить.
Может, ему вот так вот дать, а потом S-очку дать, да? Он довольно олдскульный. Это винтаж. Такое скоро снова будет в моде. Он очень яркий. Я его опробую. Нет, не ломай его. Да что ж ты за существо-то такое? 100% нужно сделать доллар. Как его сделать? Непонятно. Может быть, вот так вот как-то? Блин, можно его туда вставить? Да нет, черт возьми, опять не то. Какая изящная форма, но он сделан из пластика, не так ли? Да не пробуй его, нет! Что ж ты за подонок ты такой? Как тебе не стыдно? Ладно, опять его покупаем, давайте возьму еще одну подсказку. Используйте форму мечей, чтобы заплатить в долларах. Да я понял, но они не совмещаются. Как их совместить? Может, их можно забрать как-то? Я не понимаю. Ну а как их совместить? Объясните мне. Знак доллара состоит из буквы S и вертикальной черты E. Ты уже тоже понял. Я все понял, я только не понимаю, как их вставить так, чтобы они совместились. На, вот это. А как второй ему сразу дать? Как это сделать? Я его пробую. Не пробуй его. Стой. Пожалуйста. Остановись. Остановите его. Он ломает мои деньги. Он их спускает в унитаз. Буквально. Ладно, может, третья подсказка мне даст. Наведите клинок винтаж на мешок с монетами, затем клинок змею и теперь платите в долларах. То есть вот так вот это должно работать. Понятно. Хорошо. Понятно. Теперь мне нужно вот так вот сделать. Замечательно. Эта игра просто чудесна. Все, мы купили меч. О, он его даже достал бесплатно, охренеть. Не пришлось платить еще $1 000 000. Он намного тяжелее, чем остальные. Надеюсь, что так, учитывая цену. Теперь я получаю доллары. Вот это замечательно. Работает! Наконец-то мы можем хоть как-то продвинуться. Мы можем расчистить путь около твоего дома. Что, ты устал опять? А, у нас забрали все доллары. Конечно, это ведь free-to-play, да. Он делает это снова. Что, все с самого начала? Я в это не верю. Нет. Это предупреждает на мошенничество. Особое предложение. Мы хотим продолжить за $20. Я вижу здесь гемы. Все нормально, не переживай. Вот так вот. Раз. 3 нам нужно. Еще где-то нужно найти. Ага, 2. И еще где-то третий должен быть. Вы видите где-нибудь третий? Я чё-то пока что не вижу. Где нам его взять? А, вот прямо здесь, наверное, да? Ага, вот тут вот. Все, замечательно. Ебой! Даже без подсказок. Интеллектуал получается. Поехали дальше. Что будет дальше? Это игра сплошное мучение. А, ну, кстати говоря, мебель уже вся доступна. Хоть какой-то плюс. Сразу его будем и сразу отправляемся дальше. Это какое-то искусственное растягивание геймплея. О, боже мой, когда этот кликерный элемент кончится, он меня с ума сведет. А босса мы тоже будем закликивать? Или он нас будет убивать, и мы будем кликать? И меча у нас нет? Не, я шучу. Что, у тебя меч сохранился, все нормально? Теперь, когда у меня есть меч жизни, мы пошли спасать принцессу. О, да! Фух, это замечательно. Но там сейчас справа опять будет какая-то чертовщина. Так, давай, иди направо. Давай, шустрее. Че такой медленный? У тебя есть моднявые ботинки. Давай, раз! Два, умница, фух. Давай, иди к храму. Когда это говно кончится? Энергия восстановилась бесплатно. Что это за дерьмо? А что это за дерьмо? Ха, клиент, я не позволю никому вмешиваться в планы моего хозяина. Если, конечно, ты не оформлял предзаказ на годовую подписку. Но ты не оформлял, а? Я уничтожу его одним взмахом этого меча. Ага, мечтай, чувачок. Даже не мечтай об этом. Так, нам нужно купить горшок и зарабатывать деньги. Очень-очень медленно. Так, давайте еще бочку купим. Сейчас быстренько накопим манисы. Покупаем вот эту вот штуку. Что это такое? А, все, он опустил это. А дальше как он его сможет победить? А, теперь вверх. Что это мне даст? Это полезно. What the fuck? Что произошло? Что? Это просто замечательно. Так, окей. Мне потребуется много денег. Давайте еще раз. Я понял, мы должны сделать так, чтобы этот рыцарь оказался вот здесь. Я даже знаю, как нам это сделать. Давайте-ка сделаем вот так. У героя рано или поздно кончится энергия. Почему у героя не кончается энергия? Что происходит? Что же мне сделать, чтобы у героя кончилась энергия, чтобы он отошел? Черт возьми. Герой, как мне тебя подвинуть? Не совсем я этого понимаю. Может быть, нужно сделать вот так, а потом наоборот как-нибудь. Теперь вниз. А ну-ка.
Теперь он отойдет, да? О, все правильно. И теперь вот так вот. Это замечательно. Все, ребус решен. Класс, классно получилось. Это мне понравилось, это было не так сложно. Не похоже, что он вернется вниз. Скатертью дорога! Все, беги оттуда, просто беги. Надеюсь, он сейчас не прилетит на следующий экран. И опять кликать, конечно. Ну, в принципе, я уже привык, я уже шарю. Мы наконец-то добрались до храма, и вход будет платный. Секунду, дверь открыта нараспашку. Может быть, это смертельная ловушка? Возможно. Давай, заходи, я наблюдаю за тобой. И... Миллион монет? А если игру взломать и нахакерить себе миллион монет, что будет тогда? Это займет некоторое время, но это выполнимо. За работу! Не-не-не-не-не, нам нужна бомба, и мы просто взорвем это дерьмо. Не парься, чувачок, не парься. Давай сразу бомбу купим. Давай. Стоп, а бомба, наверное, платная, да? Твою мать, а. Почему ты не взял бомбу? Лутбокс. Окей. Papers, please. Стоп, это отсылка на игру Papers, please. О боже, слава Артстоцке, если я правильно помню. Что мы должны отсюда взять? Туалетная бумага? Нам лучше оставить этого парня в покое. Где нам взять туалетную бумагу? Наверное, в другой рекламе. Давай ты найдешь еще один лутбокс, а я пока куплю здесь все, что могу, в принципе, купить. Копим манисы, непонятно, зачем они нам нужны. Эй, чувачок, доставай новый лутбокс. Большое спасибо, замечательно. А это что за игра? Вот это я не совсем понимаю, к чему отсылка. Давайте посмотрим. Ратата за папер. Ну, мы можем это использовать как туалетную бумагу. Shake your body on move PlayStation. Может, нужно взорвать эту штуку? Ну-ка, давайте проверим. Может быть, тогда она выпадет. И бум! Ну, я все потряс. Не сработало. Что я должен сделать? Могу я бомбу как-то перемещать? Видите, я здесь ничего не могу. А ну-ка, давайте я возьму одну подсказку. Этот рэпер не настолько хорош. Он может легко потерять равновесие. Да, я понял, что он может легко потерять равновесие. Но я же бомбу уже покупал. Ну, давайте еще одну бомбу купим. А ну-ка. Он не теряет равновесие по какой-то причине. Непонятно, берем вторую подсказку. Используйте взрыв бомбы, чтобы опрокинуть его. Нужно бомбу типа вовремя купить. Ну давайте на рандом покупать эти бомбы. И бум. Ну, опять не сработало. Давайте еще одну. Давай, вот сейчас должно получиться. Давай. А как рассчитать-то? Он как будто на рандом все это делает. Окей, вот сейчас он это делает. Вот сейчас покупаю бомбу, чтобы понять, насколько нам нужно рассчитать тайминги. И давай! Да! Сработало. Все, окей. Теперь мне нужен второй лутбокс. Давай, парниша! Ищи сундуки, они нам еще пригодятся. Тут бомба, я так понимаю, нам не потребуется. И бум! Держи туалетную бумагу. Что же ты мне дашь взамен? Вантус? Нахрена мне вантус? Что мне с ним делать, чел? Это шутка какая-то. Что мне делать? Может быть, нужно сделать вот так, потом вот так. Нет, сработает. А зачем мне вантус? Ну, найди ко мне еще один, наверное, лутбокс. Может быть, вот здесь нужно воспользоваться вантусом? Нет, ну а вдруг? Я уже не знаю. Пытаемся воспользоваться вантусом здесь. Не работает. Энергия, что еще? Может быть, здесь цифры нужно прилепить? Тоже нет. Ну, давайте возьмем подсказку. Для чего нам нужен вантус? Вам нечего прочищать, но вам нужно что-то остановить. Героя, что ли? Он не останавливается вроде как. Вот эту вот штуку остановить. Я понял. Так. Опа! Вот оно зачем. И теперь мы используем эту штуку. Серьезно? Охренеть, не встать. Вот это прикол. У меня бы ушло очень много времени, чтобы додуматься, что вантус нужно использовать, чтобы залепить эту штуку. И давай, вставай, хоре отдыхать, Ержан. Нам нужно принцессу спасать. Тебя любовь всей жизни там ждет, так что ускоряйся. О, замечательно, здесь тоже все с донаты. А, ключ от босса уже здесь? Отлично, ни хрена не отлично. Сейчас мы должны будем донатить, чтобы все это разблокировать. Я не могу дотянуться, как неожиданно, как удачно. На, держи луну. И... О нет, здесь слишком темно. А вот и переключатели. В комплекте. Нужно купить сразу все колонны, чтобы быстро деньги собирать. Какие переключатели? Я ничего не вижу. Думаю, скоро ты их увидишь, герой. Как только мы привяжем кредитную карту. О, выиграйте коробку с хлопьями с помощью этого бонусного QR-кода. Я сомневаюсь, что этот QR-код реально рабочий. Я бы мог его отсканировать, но здесь есть какие-то цифры. 2, 4, 1, 3. Ну, предположим. 2, 4, 1, 3. Я понял намек. Я понял. Надеюсь, эта штука будет почаще
открываться. О, судоку. При поддержке кранчи-кранчи. Видимо, здесь тоже какой-то намек есть. Блин, а куда так много рекламы? Так, покупаю все возможные колонны. Закликиваю, кликаю, кликаю, кликаю. Полностью иллюстративно. Официальное руководство. Всего за $10. Нет, спасибо, как-нибудь обойдусь. Покупаю все возможные кнопки. И нужно теперь как-то заставить этого дурачка вставать туда. Наверное, нужно активировать солнце. И да, это замечательно. Наконец-то свет! И как его заставить вставать на нужные кнопки? Кажется, эта плита появилась первой. А, я должен был их покупать в нужном порядке. За что? Дерьмо, ну я устал. Ладно, еще. А, даже колонны сбросились. Это что, анекдот? Все с самого начала. Ёкарный ты бабай. Так тут 6 кнопок, а цифр там 4. Ладно, самое первое. Это у нас получается... Видимо, вот это первое. Вот это второе. Вот это третье, вот это четвертое. А где пятая, шестая? Только не говорите мне, что я должен сам догадаться. Это было бы тупо. Смотрим на вторую подсказку. 1, 2, 5. Возможно, нужно разгадать эту судоку, но я плох в судоке. Я не смогу сейчас разгадать ее. Я не особо-то и помню, как это делается. Ёкарный ты бабай. Вот нельзя тупеть. Нужно вот играть в судоку, в шахматы. А что, вдруг вам внезапно судока в жизни пригодится, а? Как вот прям математика. Тематика внезапно бы сейчас пригодилась, а? Так, ну может быть на рандом? Ладно, я быстрее куплю это, наверное, все на рандом. Давайте мы подумаем, что вот так и вот так. Ну а вдруг я скрещу пальчики и буду надеяться, что все сработает. Покупаем. И, пожалуйста, 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 пусть это все сработает. Давай, давай. Это первое, правильно. Давай дальше. Это второе, правильно. Не, 100% первые 4 будут правильными. И... Да ладно, ему дали халявные хлопья? Фантастика, хлопья, кранчи, кранчи. Я немного проголодался. Так, это хорошо. В смысле, колонна упала? Что это вообще значит? Почему она упала? Это шутка? А дальше-то что? Покупаю я луну, например, теперь. Стоп! Каждая подсказка означает... Теперь судоку. Ну, тут 4 цифры есть и... О, божечки ты мой. А можете вы мне просто подсказать? Я тупой. Судоку каждый квадрат, состоящий из 9 квадратов, должен содержать числа от 1 до 9. А, ну так гораздо проще. Получается, здесь у нас есть 1, 2... Ага, здесь у нас нет тройки. Ух ты, твою мать. Я сразу достану, не знаю, листок, листик. Я же дед, мне вот это все надо. И я не шучу, я реально достал листок, ручку. Сейчас мы все запишем. Там у нас не хватает тройки. Здесь у нас не хватает четверки. Здесь у нас не хватает двойки. Здесь у нас не хватает единицы. Окей, порядок мы узнали. Получается, мы покупаем все вот в таком порядке. Ох, твою-то мать. А последняя реклама вроде как бесполезна. Давай теперь покупаем солнце и надеюсь, что все сработает. Проверяем. Наконец-то свет. Можешь ты, пожалуйста, побыстрее все это сделать? Раз. Да. Фух, мне даже не пришлось покупать 3 подсказки. Я уже думал, мне придется в прохождение лезть. И на самом деле судока, оказывается, очень простая игра. Просто нужно правила вспомнить. Опять кранчи-кранчи, да куда тебе? А, колонна упала из-за того, что их сбила энергия. Вот оно чё. Нам нужно максимум энергии, чтобы сбить ключ. Так, а как нам как раз-таки взаимодействовать с последней рекламой? Это интересно. Давайте подумаем. Там на последней рекламе написано $10. Но у меня нет $10. Как мне их взять? Официальное руководство полностью проиллюстрировано. Может быть, вот здесь намек какой-то есть? 1 плюс. Это равно доллар. Так, тут должна быть какая-то подсказка. Секрет. 5 кликов. Серьезно? Там был секрет? Блин, прикольно. Жалко, я там не прокликал. А, вот как. Окей, все, запомнил. 1, 2, 3, 4. Все. Изи-пизи, лаймон сквизи. Готово. Давай, кликай, братишка. Наконец-то свет! И... раз. О! Кажется, все верно. Да ладно, я угадал. Вот это я хорош. Просто нужно было подождать, пока картинки поменяются. И все. Замечательно. Еще больше энергии, ключ падает, и мы идем к боссу. Я уж думал, что не додумаюсь. Да что такое? А, он покушал, я думал, он обосрался. Он такой... Ладно, все нормально. Ключ у нас есть. Давай, бери ключ и давай прямиком к боссу. Прямо сейчас. Правда, здесь даже ключ некуда вставлять. Ты
доволен, герой? Надеюсь, что ты доволен своей героичной личностью. Теперь остались только ты и я, темный лорд. Ты видел это, пользователь? Нам повезло, что он упал. Нам не повезло, все так и было задумано. Но у нас куча энергии есть. Это уже хорошо. Денег у нас нет. Даже списывать нечего. Ха-ха! О, боже мой, слишком темно. Ключ больше не светится. Вероятно, они решили не тратиться на это. На что мне кликать-то? Бесплатный подарок в качестве солнца? А, все так просто, серьезно? А что дальше? Я не могу открыть дверь. Почему? Какая-то длинная полоска перекрывает дорогу. О, боже мой. Ты говоришь о своей полоске энергии? Возможно, мы с ней немного переборщили. Где-то должен быть механизм. Но он не видит в этой комнате ничего, что могло бы нам помочь. Иди сюда, придурок. Сюда. Вот он, механизм. Да, переключатель. Давай, давай. Давай. Давай, иди сюда. Сюда. Да, давай. Молодец. Ты получил бочку, на которую я могу кликать. Почему я не удивлен? Теперь у меня две бочки, теперь у меня три бочки. И я могу на них кликать. Это же просто замечательно. Чё эти бочки-то неактивные? Ага. Для начала мы, наверное, купим вот это вот. Что мы с этим можем делать? Видимо, пока что ничего. Продолжаем кликать. Покупаем вот это вот. О, у него ключ, кстати говоря, во рту. Приколдесно. О, мы его пощекотали и получили ключик. А, нет, не получили мы ключик. Окей, нужно купить еще сундук. Я понял, этим ключом мы должны открыть этот сундук. Нужно, видимо, еще пользователя вовремя поставить вот сюда. Он же ходит, нет? Видимо, нет. Ладно, покупаю это. Могу я эту штуку как-то на экран вытащить, нет? Ну-ка, может быть, вот так вот как-то. Смотрим. А как мне забрать ключ в воздухе? Может, я должен успеть на него кликнуть? Давайте я еще раз попробую. А, ну-ка. Так. Кликаю. О, да, я его поймал. Замечательно. Открываю сундук. В сундуке молоток, которым я могу разрушить энергию. Уменьшить ее. О, прикольно. Это тот самый молоток! О, боже мой, я уже и забыл о его существовании. И мы проходим к боссу. Дальше, видимо, этот этап закончится. Это по факту две одинаковые главы с разными механиками. Это сумасшествие. Да, забирайте у меня все деньги, они же мне не нужны. Я богатый, еще накликаю. Кто посмел запачкать мой прекрасный ковер Ахар Савенджер только сейчас за $20? Тот, кто пришел спасти принцессу, злой темный лорд. Кто говорит со мной? Я ничего не вижу из-за этой полосы. О май гад. Вот, так-то лучше. На чем я остановился? Ах, да. Ковер за $20. Видимо, забываешь, что нужно воину для смертельной дуэли. Навыки? А, ну да. Но также витамины B1, B2 и B5. Именно имя... Завязывайте уже с product плейсментом. Да, чуваки, завязывайте. Ты права, Гая, хватит болтать, сражайся! Приготовься к долгому и мучительному поединку. Мы, видимо, должны будем ему как-то помочь. Но я даже ничего не могу купить. Твою мать, только не ты. А, все? Не, ну это был реально долгий мучительный поединок. Вот это было прикольно. Я реально этого не ожидал. Так. Изи? Ух ты, он был побежден силой моей любви. Ты имеешь в виду силой тяжести, да? Силой гравитации, я бы сказал. Правда, там у них потолок должен быть. Но, видимо, они решили не тратиться на потолок. Ты свободна, принцесса. Она сейчас потребует сумму какую-нибудь, да? О, спасибо, мой спаситель. Я уже чувствую деньги. Да-да-да, мы это уже слышали. Давайте уже, соситесь. Давай, чмоки-чмоки. Что, бесплатно? Бесплатный поцелуй, такое бывает? И опять глюк приходит. Вот и все, выход снова появился. Надеюсь, мы в этот раз уже свалим из этого измерения наверняка. Спасибо, храбрый герой, за твою помощь. Все, пока-пока. Видимо, это конец. Это была честь для меня, Гай. Да-да-да-да-да. Надеюсь, вы двое будете жить долго счастливы. У меня и у вас будет много маленьких спрайтиков. Все, пока-пока-пока. Пойдем, пользователь, не стоит терять время. Ага, конечно, пойдем. А, стоп, мы реально пошли. Глюк даже не появился. А где глюк? Необходимо расширенное издание, которого нет в наличии. Да не может такого быть. Даже выход из игры стоит денег. Мне кажется, в наличии больше нет ключей. Нет в наличии? Отлично сыграно, мистер Глюк. Отлично сыграно. Мы застряли здесь навсегда. Может, в этом легендарном сундуке есть ключ? И... карта. Конечно, там карта. Зачем вам ключ? Смотрите, у меня есть карта. Отлично, карта игры. Они ждали, когда мы закончим приключение, чтобы потом дать карту. А, я могу перемещаться. Да еще и пустую. Пустая, зато бесплатная. О, да, нам нужен ключ, чтобы разблокировать этот последний DLC. Я могу, видимо, перемещаться теперь по локациям. Эта карта хотя бы поможет нам обыскать местность сверху донизу. Надеюсь, мы сможем найти решение. А я уже знаю решение. Давайте мы выйдем вот сюда. Я уже знаю, где секрет. Я все запомнил. Вот здесь секрет. Это белка.
вы серьезно? Может, мне каждый куст нужно обыскивать? Так, ну тут стоит задуматься и реально протыкать каждый возможный куст. В каком-нибудь из кустов реально будет что-то полезное. Но тут карта заполнена не целиком, вы заметили, да? Что вот я могу, по идее, наверх пройти, но не могу. Там еще какие-то две локации, в которых я не могу по какой-то причине побывать. Завершена карта. Что это значит? Мы были везде, а ключа так нигде не видно. Нам нужно разрушить вот эту стену. Вот мы и застряли навсегда во фри-ту-плей. А-а-а, смотрите-ка, это что, и есть ключ? А реально? А что такое? А такое возможно? А давай попробуем. По сравнению с этим, застрять в симуляторе овцы было бы, видимо, веселее. Так, пробуем использовать. И это ключ. Карта, это ключ. Охренеть, не встать. Ты разблокировал DLC. Спасибо, спасибо, спасибо. Где ты нашел этот ключ? А, ну ладно, уже не важно. Друзья, мы уходим. Опять. Надеюсь, на этот раз ты сможешь вернуться домой, Гай. Я на 100% уверен, что именно это тот самый выход. Еще раз спасибо на все. Прощайте все. И мы сваливаем. Неужели? Но я чувствую, это еще не конец, да? Это очередное говёное начало, да? Сейчас мы опять попадем в какую-нибудь шизофреническую игру. Я прав? Эпилог? Я не верю. Не верю. Не верю. Наши товарищи наконец-то вернулись домой. Благодаря взаимопомощи. Настоящей дружбе. А где рассказчик? Я не верю, что это конец. И неожиданному окончанию. Бюджета! Конец! Нет. Да не может такого быть. Спасибо за игру. Нет, это не игра! Я вас подловил! Нет. Ну не может же такого быть. Серьезно? Музончик такой классный на заднем фоне. Но я не верю, что это конец. Ну не может же такого быть. На этом экране нет подсказок. Что? Я могу типа прощаться? Да ладно. Давайте я сейчас подожду, пока авторы пройдут. О, кстати говоря, музыка диджей Чайковский. Неплохо. Что, уже конец? О, вот, мне даже ждать не пришлось. Особая благодарность, Тим Эльфон, мой кот. Живо закрой заявку на возврат средств. Я не уверен. Музыка знакомая, но... Что это за русские имена? Кто эти люди? Ты знаешь, что это значит, пользователь? Это значит, что мы все еще в неправильном измерении. Потеря контроля. Это очередная глава. Но он намекал на музыку. Что это за звук? А, конечно, мы впервые добрались сюда раньше него. Ну и что ты сломаешь? Что ты делаешь, а, глюк? Опа, опа. Еще раз и еще раз. Замечательно. Он все сломал. На что я надеялся, собственно говоря? Что ж, как бы меня это ни огорчало, вероятно, он нам понадобится, чтобы найти выход. Ну, давайте посмотрим, с чем мы можем взаимодействовать. Вот так вот можем сделать, вот так вот. О! Вы вставили эту штуку, и что-то случилось. Картинка внезапно изменилась после того, как ты вставил имя. А, задний фон поменялся. Вот оно как работает. Давай попробуем исследовать эти ячейки. Что-то на заднем фоне мы должны поискать. Думаю, в этом ведре находится патока. Она очень приставучая, но мне нужно что-то острое, чтобы с этим взаимодействовать. О, может быть, вот так вот. Опачки. Нет, ну можно киркой там порвать. Ну все нормально будет, а? Так, вот это сработает. Не сработало. Эта цепь слишком прочная. Думаю, нам нужно найти способ ослабить ее. Но быстро. Я знаю, как ее ослабить. Вставляем это вот сюда. Спецэффекты. Она ослабляется. Получаем новое имя. И у меня появляется палочка. Серьезно? Палка? Ты состарил задний фон с помощью фильтра, да? И это освободило новую ячейку. Да-да-да, именно этим я и занимаюсь. С другой стороны, ты сломал нашу любимую кирку. Но, возможно, я могу с этой палкой что-то сделать. Возможно, в патоку нужно палку опустить. Давайте мы проверим. Берем, идем сюда. И... Да, это сработало. А, теперь ее нужно поджечь. Да. А где взять огонь? Персонажа, давайте мы на персонажа нажмем. Опачки. Это Чаплин. Ага. О, это глюк. Ну, по крайней мере, я думаю, что это он. Он застрял, кстати говоря. Помогите, я застрял в этом старом фильме. Замечательно. Идиот позади меня пытается проделать дыру в своей лодке, чтобы выбраться из нее. Он еще тупее, чем персонажи, которых мы видели ранее. Если мы тебя выпустим, ты отправишь нас домой? Да, да, я обещаю. Ладно, давай мы тебя выпустим каким-нибудь образом. Тебе лучше.
Эй, пользователь, разве это не часть нашей кирки? Она может снова нам пригодиться. А ну-ка. Опачки, я совместил кирку с падкой. Чего? Мы можем снова использовать кирку, несмотря на то, что такое решение можно встретить только, видимо, в старых фильмах. Давай мы теперь возьмем и сделаем вот так вот. Сработает? А ну-ка. А ну-ка. Мы выпустили глюк, и он нас сейчас обманет, да? Мой кот. А, куда он пропал на этот раз? Он что, это нарочно делает? Он дурачок. Мы могли бы объединиться, но нет. Окей, вставляем моего кота на задний фон. И... здесь появляется батарея. Пахнет рыбой. Ага, вот эту штуку еще можно оторвать. И больше здесь ничего интересного нету. Окей, спецэффекты. Ага. Здесь у нас появляется вот такая вот штучка. Давайте я уберу Чаплина, а то он мне что-то мешает. Глаза мусолит. Я могу схватить эту штуку, чтобы что? Может быть, ее где-то нужно использовать? Непонятно. Давайте мы вставим кота в качестве персонажа. И вот где он прячется. Вытащите меня из-под этой кучи меха! Мистер Глюк. О, да, я могу разглядеть несколько пикселей. Привет, меня этот мешок с блохами! Будет не так уж легко, похоже, он крепко спит. Здесь невыносимо жарко! Как ты можешь чувствовать жару? Ладно, давай найдем немного воды. Это должно освежить тебя. Вас обоих. Ну, вода находится в батарее. У меня такое чувство, что этот котенок просит ему помочь, дать ему рыбку. Почему он отдал нам свои игрушки? Мы здесь не для того, чтобы играть. Это сработает? Нет, не сработает. Что ж, видимо, на этом экране мы все посмотрели. Задний фон. Может быть, вот так вот? Нет, котенок просит рыбу, я вижу рыбу. А где рыба? А, рыба на заднем фоне. А как нам достать с заднего фона рыбу? Нам нужно что-то острое. Может быть, в спецэффектах мы найдем что-то острое. Может быть, вот так вот. Вы видите что-нибудь острое здесь, леди, джентльмены? Я не вижу, и поиграть с котенком не могу. Может быть, Чаплин нам поможет? Если мы вставляем Чаплина на задний фон, ничего особо не меняется. Как я понимаю, да, ничего не меняется. В этом случае убираем Чаплина на задний фон кота. Ой, боже, что-то я начинаю совсем путаться. Персонаж кот. Ты не хочешь поиграть? Ну, котеночек. Не зайдет много времени, чтобы ее отрезать. Ведро отрезать? Так, как нам отрезать ведро? Но это не работает. Этот веревка висит на одной ниточке. Есть кое-какая идея. Давайте-ка мы сделаем вот так вот. И котик должен сюда прийти. Но нам нужен котик на этом экране. Наверное, вот так вот мы должны сделать. Нет! А как мне сделать так, чтобы... все это заработало. Ох, ладно, у меня начинает ехать крыша. Свои подсказочки можете оставлять в комментариях. Если хотите увидеть продолжение, напоминаю вам про 5000 лайков. Собираем их, и следующая серия сразу же выходит. С вами же сегодня был Fox Neo. Увидимся.